Привет, мой дорогой зритель, меня зовут Дмитрий. Это игра Monstrum. Очень давно я не натыкался на игрушки, которые бы по-настоящему могли испугать меня. Или вас, или зрителей, или всех, кого угодно. Я надеюсь, что эта игра, судя по описанию, может напугать. Она не новая, она, по-моему, 2015 года, но буквально недавно вышло обновление. Какие-то патчи, какие-то еще дополнения, не знаю. Давайте посмотрим. Называется она Monstrum. Погнали. Так, написано что? Большинство ловушек могут быть отключены. Русского языка нет у нас. Так, ну неплохо. Действие мышкой не сильно медленно, не сильно быстро. Так, Ф. Нажимаем, идем. Что здесь? Что это? А, это торч, это фонарик. Левая кнопочка мыши, включать фонарик. Неплохо, неплохо, неплохо. История игры какова? Тут какие-то... Я вкратце так прочитал, что-то здесь нужно, в общем, выжить, выбежать. Прочитать С. Ой. Привет, Броди. Не беспокойся, я не приду сегодня. Я думаю, мы нашли, наконец, причину с этой системой душевой. Я, возможно, вероятно, отправлюсь сделать это все сейчас, починить. Don't want you guys to... не беспокойтесь, пару дней пробудьте без душа. Так, займитесь еще чем-нибудь, хах. Я настоятельно рекомендую никуда не выходить, типа того. Хм. Ладно, как с left control, это move. В смысле? Left control and move forward. Как убрать это говно? А, C. Так. Короче, игра мне говорит, какой-то Броди в игре мне сказал, что мы починили, душ поломали. Пошли его чинить, пока никуда не идите. Если чё, вдруг... О, что это? А чё это такое? А, предохранитель. Прикольно. Нормально. Так, это что такое? Чеков и Вилсон? Я думаю, что-то серьезное случилось. Так, another... Короче, какая-то херня здесь. Я даже читать не хочу. Тут очень много написано. Но русского языка нет. Не переводили они, короче, никто еще. Но неважно. Так, left control and move forward to hide under the bed. Вот, видал? Как-то... Вот, можно залезть под кровать. Ты понял, да? Можно прятаться под кроватью. Нихера себе. Можно под стол залезть. Да короче. Так, включай. Во, свет. Хорош. Не надо ничего выкидывать. Все, открывай. Ну, пойдем. Hold left shift to run. Я не хочу run. О. Игроки, которые, ну, ребята, которые писали в комментариях к этой игре, они писали прям да. Там страшно, там все дела. Посмотрим. Так, мы смеемся. А, мы запустили все в 2 часа. О, бензин. К моему сожалению, на-на-на-на-на. Вы коллектор... I need to sleep. Минус 2. I need to sleep. Ладно. Да хорош. Забирай, хорошо. Так, 11.45. Какие-то фотографии людей. Угу. Там ни хера не видно. Это, видимо, судно какое-то. Мне кажется, это какая-то вода, реально. На какой-то воде. Прям корабль, я думаю. Нет? Капец. Ой. Что это было? А, это я клацаю. Ладно. Дек 6. У нас 6-я дека. Ну да, это, по-моему, корабль все-таки. Опа.
Посмотри. Я не хочу никуда бежать. Они, игра мне говорит, беги. Я не хочу. Коврик. Опять дек 6. Алло. А ну-ка, закрывай-ка нахер. Не-не, без света вообще страхово. Тут и так страхово, а без света вообще. Пластинки, смотри, всякие. Тут идет, блядь. Это что было? Кто это был там? Хм, непонятно. Пугать он еще меня вздумал. Так, ладно. Ensure area is tidy. Здесь у нас, в принципе, какие-то графики. Ничего нет, ничего путного здесь нет. Чего я сюда приперся? Разве что увидеть этот скрипт, который меня напугает, услышать его шаги приближающиеся, да? Сюда можно залезть на коробки. А он прыгает? Прыгает! Открывай. Никого здесь нет. Это все мне чудится. Все чудится. Главное не оборачиваться. В таких игрушках главное никогда не оборачиваться. Так, что здесь есть? Ага. Так, шип-доктор. Да-да-да, корабль. Я же говорю, корабль. Смотри, глич-контроль игра. Блять. Кто там лазит? Постоянно кто-то лазит здесь. Да, я пока почитаю. Так, получено два пациента. АБЦ Чехов и Вилсон. И... второго два лица, слишком много тела верхнего было исчезнуто в стиме. Оба пациента были шоверинг потушен от пожара. В итоге все нормально. У них что-то как-то они выживают. Отправляю копию в штаб-квартиру. В общем, какие-то пациенты, Чехов и, блядь, Чехов. Чехов, наверное? И Вилсон, да, Чехов? Чехов. Да открывай, нахуй. Бояться я еще тут буду всех. Сожрет так сожрет. Так, что еще тут есть у тебя? Карты, деньги, два ствола. Бумажки какие-то. Тут ничего нет, вообще ничего нет. Ну, о, отвертка есть, алло. Я так... О, бутылек, нормально. Сейчас мы что-нибудь сделаем. Канистра есть. Надо, видимо, убежать отсюда. Emergency guidelines. Спасибо вам, говорит. Это я так шумлю? Блять. Он постоянно за мной как будто идет, прикинь. То есть кто-то слышит, что кто-то идет. То есть иду я, и слышит кто-то. И идет туда, где шаги, то есть ко мне. Ах ты, сука. Ладно. Может быть, на карачках? Ну, оружия у меня нет. Что это такое? Фьюз. Окей, оружия у меня нет. Ну, вот опять. Может быть, ради эксперимента я дверь открою? По голове себе постучи, сука. Кто-то идет. Да? Да нет. Он, мне кажется, где-то сверху ходит.
А зачем мне кружка? А, это кидаться. Слышь. С кружкой будем ходить. А чуть свет не горит. Я попробую, да. Свет не горит, алло. Блять. Да хорош. Ой. Охуеть. Что происходит вообще здесь? Топтать-то вообще не надо, вообще-то как-то так. Блять. Ухо. Кажется, сейчас мне пизда будет. Или нет? Я вообще-то не топчу вообще-то, алло. Ты понял, да, как я перемещаюсь? Ебать, это кто? Охренеть. Ладно, new game. Ну хорош, давайте придумывать. Так, это С, хорошо, это С. Все собираем, потому что все это я уже читал. Особо здесь ничего интересного нет. Все, погнали. Так, опа. Да ладно. У них рандомные коридоры. Рандомные коридоры. Прикинь. Рандомные. Сука. Как так-то? Рандомные коридоры, ты представь. Нихера себе. Ладно. Так, Элис, как тут, короче, одни истории про друг друга, я так понимаю. Особо путного они ничего не говорят. Хотя, может быть, и говорят, где куда еще бежать. Станочек. В школе были такие у вас, ребят, станки? У меня были. Почти такие же. Так, флешлайт. Я что-то еще нашел. Какую-то миску. Угу. Ну, насчет этого монстрика, я так понимаю, может быть, надо вверх, наверное, идти. Потому что если он был внизу, значит, я пойду вверх. Дек, какая дек? Четвертая. А мы были в шестой. Ну, тут всего четыре деки было. Ой. Корабль? Какого хрена я здесь очутился? Мы должны были, короче, нихера. Это корабль, да, реально. Верхние палубы, смотри. Ага, здесь можно прятаться, я тебя понял. Вода. Так нырни и плыви, ебать. Раз здесь такой монстр. Я ебал тут ходить. О, хорош. Это что такое? Можно улететь? Так, escape road, helicopter. This actuality look functional, cute. Нужно заправку. Unlock helicopter door. Отлично. Не все так просто, да? Заправить, короче, его надо. А, мне резать нечем. Мне нужны какие-то щипцы. Хорошо. Ну, по крайней мере, я уже понял, что можно улететь на вертолете. Отличненько. Да, фонарик, по-моему, разряжается. И это очень херово. На самом деле. Стаканчик, предохранитель. Со стаканчиком ходить. Так, здесь я не пройду.
Здесь я тоже не пройду. Значит, идем вниз. Нет, вниз, подожди, не надо идти. Возможно. А что возможно? Ой, тут я не перепрыгну. Да, вниз, скорее всего. На какую-нибудь палубу, где можно все это обыскать, облутать. Где двери вообще внутрь? Ты посмотри, ни одной двери, куда можно зайти. Понимаешь, да, что происходит? Здесь он меня, может быть, здесь и не слышит наверху. А я там могу и не услышать его. Пошлите вниз, наверное, ребят. Игра напряжная в плане... Ну, блин, хотя нет, задачи здесь все есть. Задачи понятные. Найти то, найти это. Что-то я, по-моему, заблудился. Где отсюда выход? Твою мать. Ну-ка, подождите. А, вот. Вот сюда мы выходим. А там что? Это какие-то газовые баллоны. А, вот еще проход, смотри, вниз. Для рабочих, типа, да? Четвертая дека. Палуба. Дека — это палуба. Хорошо. Мне нужно найти канистру. Хуйню какую-то. И еще какую-нибудь хуйню, и все. Закрывай. Бери стекляшки. Пригодятся нам стекляшки, чтобы прятаться от Машки. Чтобы спрятаться от Машки, нужно нам найти стекляшки и кидать их в коридор, чтобы Машки отвлек этот звон. Так, а здесь у нас... Подожди, тут же свет включается. А. Тут он так здесь был включен. Так, получается. Опа, это что такое? Так предохранитель. Суки, предохранитель-то. Алло. Я предохранитель в прошлый раз находил. Так, все, я тебя понял. Логику начинаю понимать. Здесь у нас нихера нет. А, тут предохранитель нужен. Ой. Во. Вот здесь. Я ж вот здесь был. Да, смотри. Да ну его нахер. Залазь. А, я не слышу, не могу повернуться. Повернуться не могу, посмотреть. Как-то неудобно. Я же хочу посмотреть на него. Чувак. Да потом. Четвертый раз. Четвертый, твою мать, раз. Я начинаю. Два раза из этих четырех я меня убили. И два из этих четырех оставшихся раза меня... Я сам прекращал игру, потому что свет выключают, заебали, блядь. Гребаные ремонтники, которые свои делают ремонты в квартирах. Ну, просто это какой-то пипец. Это просто какой-то пипец. Целый день. С утра до вечера. С утра до вечера. Вчера было, сегодня было. Вчера я не стал ничего записывать, потому что думал, ну, наверное, выходные дни. Они перестанут этим заниматься. Я сяду и запишу кучу роликов на неделю... На неделю вперед. Потому что у меня выходной только в субботу. Так. Ну, принцип-то игры я понял. Нужно собрать все бумажки, собрать все инструменты. Закрой-ка. Закрой-ка. В закрытые двери он не заходит. Этот монстрик. Монстрик. Он не заходит в закрытые двери. И это очень хорошо. То есть, в принципе, убежать от него можно. Мне что надо? Мне надо, если я улетаю с вертолета. Да, кстати, я еще прочитал, что в этой игре три концовки. Вертолет, лодка и что-то там еще. То есть, убежать можно тремя разными способами. Я выбираю вертолет. Мне интересно вертолет.
Мне интересен вертолет. А что это такое? Это дверь. Дверь, которую можно открутить, смотри. Ну реально, ну можно же открутить, алло. Да ебаный свет. Отключи. Пока там, где есть свет, лучше фонарик не включать, потому что он расходуется, как я понял. А, закрыта дверь, выломано все нахер здесь, смотри. Ого, там, в принципе, наверное, ничего и нет. Так, я дошел до первого тупика. В прошлые разы мне этого не удавалось. Пока я никого не слышу. Ага, здесь у нас хуйня, которая может убить. Я туда и пойду. Так, спокуха. Нужно пробежать. Ой, блядь, это другой какой-то, нихуя себе, блядь. Вы чё? Это какой-то другой, фиолетовый, блядь. Их тут не один, он. Ёбаный свет. Вертолет, забери меня, пожалуйста. Это что было, блядь? Он фиолетовый. Не оранжевый, фиолетовый. Здесь их двое. Да какого ж хуя? Ёбаный свет. Ты посмотри, блядь. Я хоть посмотри на тебя, можно? О, ебать. Реально, он что-то... Опа. Что это было? Нихера, прикольный чувак. Ты на заставку пойдешь, я тебе отвечаю. Сохранил. Тот видос с привидением сохранен. Я думаю, он в любом случае попадет ко мне в видосик. Так. Первый раз, ребята, первый раз. Давай забирай это, забирай это. Первый раз я видел что-то другое, в отличие от красного. Красный, он... Прикинь, красный топчет, а этот... А этот ничего не топчет, он вообще перемещается бесшумно. Эта дверь у меня зациклена, она, я ее никак не открою. А все рандомно, ты представляешь? Всегда все рандомно. Это вообще жопа. Невозможно выучить, где что лежит, понимаешь, да? Так, мне нужно... Так, стакан бери. Ай, стакан, вон еще кружка. Тут больше ничего нет. Канистра с бензином. О, канистра, ништяк. Шланг еще надо найти. Канистру нашел. Прикинь. Так, мне надо что найти? Канистра. Чем перекусить? Например, щипцы или какая-нибудь херотень здоровая. Было бы вообще изумительно. Может быть, какой-то инструмент найти. Ну, я вообще шокирован, честно. Честно, я шокирован. Ну-ка. Ну вниз я не хочу опускаться, блядь, это пиздец. Они же внизу все ходят, прикинь. Они ходят все внизу. Они ходят все внизу. Так, это что? Это ничего. Туалетная бумага. Фонарик еще один, зашибись. Хорошо, первый раз я нахожу два фонаря. Неплохо. Ладно. В прошлый раз, когда я пошел туда, меня это погубило. Здесь я... Здесь то же самое, да? Тихо, 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 тихо. Так, спокойно. Ой, где это? Ебать, это ржавая херня. Это вообще такое, это уже вообще дно-дно. Дно-дно прям, дно-дно. Ебать, копать. Пипец, это... Нихера не работает, да? Пипец. Просто пипец-пипецкий, реально. Какую-нибудь каюту капитана найти... А что здесь открыто? Алло. Так, это... Escape... А, на субмарине. Power console, fix broken panel, replace батарея, replace headlighting.
Уплыть на подводной лодке. Ебать, я еще нашел подводную лодку здесь. Прикинь. Ебать. Ой, опять кто-то ходит. Ну все, приплыли, да? Как только начинаешь находить какие-то решения, приходит какая-нибудь херотень, которая тебя пытается убить. Ага. Не работает. Можно тебя закрыть, а? Она не закрывается. И здесь не закрывается, да? Ну, тут побегушки будут, 100%. Блядь, кто нахуй? Откуда ты взялся? Это нечестно. Он подкрадывается незаметно. Алло. Какой-то инструмент. Короче, вот такая игра. Вот такая игра. Монструм. Это все, что я нашел, да? Записки, аудиологи, их не было. Я записки понаходил достаточно. 11.21, кстати, там нашел. Охренеть. Ребят, ставьте лайки, подписывайтесь. Меня Дмитрий зовут. Канал называется PlayGray. И охренеть. Я, наверное, еще пару, может, серий выпущу. Попробую все-таки выбраться из этого ужасного места. Так что... пока все. Это просто, это даже не обзор, это я просто увидел игру, и она мне понравилась из описания, и довольно неплохая она на самом деле оказалась. Все, пока.